Здравствуйте, дорогие друзья. Я не знаю, что тут с Ютубом случилось. Может быть, какой сбой, может быть, атака какая. Но дело в том, что огромное количество комментариев, вдруг сейчас вал просто комментариев, и месячной давности, и двухнедельной давности, и 6 дней назад, 8 дней назад, или сегодня, они вдруг попадают в спам и фильтр. Вот видите, конкретно вот один день назад, но видно, что это никакой не спам, просто человек отвечает на комментарии вот один день назад, а его зачисляют в спам. Я сижу уже 3 часа, я убираю отсюда, вот из этого фильтра, вот эти вот вещи. Вот видите, на ваших глазах один спам. Все пометили как спам. Посмотрите, что происходит. Это люди пишут, а это все помечено спамом. Я не знаю, что это такое. Ну вот прямо на ваших глазах я это все, вот то 2 часа, то день назад, где-то месяц была. Что это такое? Все пометили как спам. Если они пометили как спам, то значит они отписали вас от моего канала, всех, кто вот помечен как спам. Соответственно, ну, не будет оповещений. Смотрите оповещение, возможно, надо будет по новой подписаться. Видите, все спам. Хотя это просто комментарии людей. Так что мне здесь еще сидеть и сидеть, и вот и конца и края этому не видно. Смотрите, что происходит. Конца и края не видно этому. Все помечено как спам. Вот убираю еще вниз, тяну. И 6 дней, и 4 дня, и 6 дней. Вот 6 дней опять спам. Все спам. Так что смотрите внимательно, потому что вот они и комментарии убирают, и отписывают от каналов. Уже многие это замечали. Потому что придраться не к чему, но хотя бы так. Либо это какой-то сбой, я просто не знаю. Пока так. Сейчас уже 11.02.2022. 2 часа ночи, 30 минут. С вами Галина Конышева. На связи.